Тук-тук, игроки! Меня зовут Миша, я геймдизайнер Red Boon, и это шестые дневники разработчиков Knock on the Coffin Lid. Сегодня большая часть дневников будет посвящена нашим любимым ивентам, а также анимациям и артам. Поехали! Одна из самых главных задач для наших художников и аниматоров на данный момент – это катсцены в Анадис. Работа по ним движется полным ходом. Каждый день мы получаем новые кадры, которые затем будут вырастать в полноценные ролики. Если катсцены Персиваля имели желтый фотофильтр, а Бьёрна-красный, то для Ванадис мы выбрали синие тона. Также мы активно обновляем уже существующие ивенты. Посмотрите, как похорошел наш торговец Северных Врат. А также, как изменился ивент с друидом. Каждый день художники улучшают визуал, добавляя новые детали в уже знакомые ивенты. Конечно, наш рассказ не будет полным, если мы не расскажем про новые ивенты. Чтобы не спойлерить слишком много, мы покажем эти кадры. Многие ивенты уже дорисованы до конца, а некоторые прямо сейчас в процессе создания. Кстати, наши художники любят добавлять в арты отсылки на популярные произведения. Напишите в комментариях, если уже нашли какие-то. В будущих дневниках мы покажем вам, как менялся внешний вид ивента в процессе разработки. В конце прошлого года мы проводили несколько турниров среди игроков, где главным призом была возможность предложить добавить что-то в игру. Наши победители придумали свои ивенты, мы записали их идеи и прямо сейчас работаем над созданием этих событий. Одним из таких событий будет история в одном из трактиров. Другим – событие вот с этим веселым персонажем. Кстати, это отсылка на весьма известную личность. Пишите в комментариях, если узнали. Также мы перерисовываем иконки с получаемыми эффектами. Здесь цель в том, чтобы по одному взгляду на иконку было понятно, какой это эффект. Уже готово множество иконок, и они прекрасно работают в динамике. Одним из самых забавных багов последнего времени стал вот этот весьма грустный брат огня, который пришел на драку, но не обнаружил ни противника, ни своих друзей. Никто не пришел на фан-встречу. Кстати, если вы пропустили, недавно мы опубликовали видео с процессом рисования арта одной из карт. Процесс рисования выглядит очень интересно и завораживающе. Если вы еще не смотрели, ищите ссылку в описании к этому ролику. На этом все. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить наши новые видео. Всем пока!